Сусанна, Жанна, Марина, Ирина. И все время семью оберегала наша бабушка Блор. Это была хранительница семейного очага, которая без остатка посвятила себя любимому сыну. Когда семья собиралась за столом, он украдкой любовался на своих детей и просил у Господа хорошей участи для них. И дети не подвели его. Шло время. Вышла замуж Лена, Сусанна, Жанна. В 1990 году началась большая репатриация, и в один миг уехали из страны три его старшие дочери и сестры с семьей. В 1994 году папа с мамой и двумя дочерьми эмигрировали в США. Несмотря на возраст и трудности, он влился в струю новой жизни, и они стали достойными гражданами уже этой страны, принимая участие во всех мероприятиях и общественной жизни страны.